Друзья, как вы уже прекрасно поняли, банда Ютуба с двух ног врывается в большой спорт. И именно по этой причине сегодня мы сыграем в самый необычный, но очень угарный волейбол. И главная фишка этой игры заключается в том, что в волейбол мы будем играть своими ладонями. Да, наверное, прозвучало немного странно, учитывая тот факт, что волейбол и так играет руками, но открыв этот ролик и посмотрев немного, вы все прекрасно поймете. Ребят, всем огромный привет, с вами как всегда Олег Кофе, и добро пожаловать на новое видео. Сегодня мы решили залететь в старую угарную игрушку под названием Slappy Ball, и получилось реально очень весело. Такого смешного волейбола я еще никогда не видел, именно поэтому досматривайте до конца. Перед просмотром этого ролика вам, ребята, желаю приятного просмотра и приятного аппетита. Надеюсь, вы уже поставили лайк и подписались на канал, подписались на телегу и на второй лайв-канал, все ссылочки в описании. Ну что ж, а я думаю, мы готовы начать, так что погнали. Ну что ж, дамы и господа, банда Ютуба постепенно начинает внедряться в различные виды спорта, и сегодня мы сыграем с самый необычный волейбол, который я когда-либо... Ой-ой-ой! Хорошо! Хорошо! Работаем, 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 работаем! На себя беру, Макс! Стреляй! Андрей, лови! Андрей, я поймаю! Лови! Ой, забили! Итак, мы играем в волейбол настоящими ладонями. Как бы это странно ни смотрелось, как бы это странно ни казалось... Легенда. Бом! Подожди, нет, 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 я поймаю. Я поймаю, я поймаю, я поймаю, Андрей! Обоссутся! Я поймаю, я поймаю! Андрей, лови мяч! Олег, что вы к нам стоять закинуть? Нормально, нормально, пацаны. Сейчас все будет, погоди. Да, 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 спустя 40 минут. Бля, жить не забывай. А что теперь, пацаны, а? Че, Андрюха, подашь? Давай, твоя подача. Давай, выливай. Мощная подача. Ой-ой-ой. А что в смысле? А что случилось? Со-со! А я не понял, как это произошло сейчас. Разминаем. Так, сразу давай, хочу Макс, сказать, делай. То, что побеждает та команда, которая ладно, первая забивает 13 голов. Угу. Ага. Ага. Вы, ну, Андрей, вы... тупой ты меня! Да, вот оно, ты вниз кинул! Давай, 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 ладно. Макс, делай! Уже идет игра, чего так быстро? Не-не-не-не-не, вы АФК постойте! Почему они за пределы улетают? Да! Я реально не понимаю, как... Алло, Серёжки, сегодня как играть будем вообще? Нормально, нормально. Хорошо! Ой, ой, вот это хорошая подача. Вот это сейчас реально хорошая, Андрюха, залетела. Так, я подам, я подам. На! Смотри, что делают. Смотри, что Ганера делает. Ловлю, сейвлю, сейвлю. И вот так. Андрей, лови. Куда ты на наши ворота? Нормально, 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 нормально. Да, да, да. Найс! Куда, он к вам? Найс! Он к вам, на шарик, смотри, вот сейчас к нам. На, подожди. Найс! Вау! Тихо, тихо, нормально, Андрюха, нормально. Запрокинул ему. Лови, лови, Андрей! Поймал! Ой-ой-ой, хорошо поймал. Мне кажется, в вашей команде играет только вот один и не. Не-не-не, мы вдвоем с Андрюхой, мы духом сильные. Макс! Ну, давайте. Наше время за счет вписывать не надо. Бывает, бывает, ну че, братишка. Ой, ладно, Андрей, подай. Че-то я борщанул. Бляха, я дура! Я поймаю? Макс, я упал, Макс, я упал. Да, блядь, не успел. Я не понимаю, как он приземляется. Давай, Андрюх, подавай, ты на подачу. Смотрите, не подавай прям в центр. Не подавай прям в центр, там Артём сразу двойным, двойным прыжком. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Почему он туда улетел? Хорошо. Боже, не, ребят, в эту игру реально надо научиться играть. Это новая эра Rocket League. Это новая FIFA 2026 года. У нас просто предрелиз, так сказать. Ой, я думал, забили, я уже расслабился. Ой-ой-ой. Найс. Хорошая подача. Ой-ой-ой! Нет! Ой-ой-ой! Я за свое же поле! Надо тренироваться! Ладно, нормально, нормально! Не, Макс офигенный подачи делает просто максимально. Андрей, если ты ловишь, говори я! Я, ты! Хуя! Наа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 аa Андрей, 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 Андрей! Ой-ой-ой, край! А чё по счету? Погоди, у вас 8, у нас 4. Вы счёт падал, да? Смотри, Олег, смотри, 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 смотри. Вот так, опа, я сжал. Как это сделал? А, во! Опс, пошла игра там сразу! Ничего страшного, Макс, нормально? Я упал! Ничего страшного! Андрей, Андрей, лови, лови, лови! Засейвил! Да что ж... Нормально, 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 рикошетиком! Ой, я упал. Хорошо, nice. Молодчина. Андрей, я сейвлю, пока сейвлю. Найс, 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 надо на ротик накинуть. Хорошо. Давай, давай, ой-ой-ой, я сейвлю. Игра еще идет. Найс! Выливай, хотел сказать. Ну я не знаю, это очень сложно ловить. Андрей, нам надо... Найс!
Макс, ну вот и легенда, я тебе так скажу. Да вы легенда, да ты пенда подаешь сразу, так нечестно. Давай, закидывай, закидывай. Да ты пенда. Окей, ладно, первая была разминочная, но у нас best of 3, пацаны. Best of 3, поэтому удачи. Удачи. Я упал, бля. Андрей! Ты меня скинул, Андрей. Бля, хорош, ладно, Андрюха, все, забираю свое обратно. Я что сейвил. Все нормально, я подам. Бум. Нормально. Бля, хорошо. Мне вообще непонятно, куда мяч летит. Да, вообще непонятно, куда летит. Это обманка. Вы что, фейковали типа сейчас? Давай я обманываю. Я так не играю, я сейвил. Давай вдвоем, Андрей, надо было двойной удар сделать, понял? Сразу. Хорошо! Да, потом ты меня оттолкнул. Ты ебень, ты можешь вот просто за вот эту линию не дура, заходить? Нахуй, только я выигрываю, блядь, в эту игру. Нормально. Нормально. Хорошо. Ну что-то вы как-то вот пацаны, надо поймать просто вот алло, эту волну. Алло, предыдущий кактус. Ох, блядь, вы чё? Помните? Пацаны, кто здесь номер один, а? Пальчиком, смотри. Я тут в жопе летаю. Тихо. Хорошо. Парни, вы чё, ёбаны? Я не понимаю, какая ебаны летит. Блин, вообще не того. Так. Парни! Давай, бери. Так. Я не понимаю этот мяч. Да вон, блядь, у тебя точка нарисована, блядь. Да и что мне эта поймаю? Точка? Он... Нормально! Где мяч? Андрюх, поймай. Вот что она тебе nice. Скажет. Найс! Хорошо. Хорошо! Да ебал я эту сетку. Так, смотри, я сейчас короны сделаю. Смотри, готов, Андрюх? Смотри, короны, похороны, смотри. Оп, 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 оп. И в центр бьет дурак, тупой. Блядь. Тупой! Молодец. Нормально, это так и было запланировано. Да? Ну вообще нет. Если честно. Куда летит мяч? Куда? Нормально. Блядь! Ебать, засейвил! Найс, хорош! Артём! Да умничка! Андрюха, пятюню! Андрюха, пятюню, вот так вот смотри. Вот так вот пальчиками, Андрей, готов, смотри. Вот так вот, на троечку нажми, на троечку. Да не, какую троечку, алё. Оп, обманули! Андрей! Ага, обманул. Да блядь, да в смысле? Хорошо! Сразу отбил инста просто. Хорошо! Обманка? Найс! Ай-яй-яй, ладно. Один можно отдать, могли в сухую закрыть, но один ладно. Они сейчас могут нас разъебать за счет того, что... Да не. Оп! Оп! Давай! Молодец! Я путаю управление все время. Да мы первый раз играем. Начинаю ебать. Тут реально нельзя давать подавать. Тут подачи очень сложно принимать. Ой, блядь, Артём, помогай. Это пизда. Ебать! Принимай. Молодчина. Немножко не туда надо было, Андрей. Наверх надо, ну, блядь, пойди. Я думал, к нам полетел туда. Найс. Подожди, я отобью. Ах, ты меня толкаешь. О, W. Блин, тут реально сложно отбивать. Я не понимаю. Красава. Не, он гадина. Давай, топи этих гадов. Нормально. Давай, Артёмка. Нормально, хорошо. Блядь, я снизу, Макс, я снизу. Хорошо. Нормально, отобьётся от стенки. Хорошо. И вот сейчас. Ну ты тупой, Артём. От моей камеры я прям по мячику ударил. Хорошо, Артём. Почему, блядь, ты тупой? Да нормально. Вот, давай, я не понимаю, куда он летит. Я по своей камере прям конкретно. Хорошо. Макс, давай. Хорошо. Я не понимаю, куда он летит, уёбище. Нормально, нормально. Андрей, смотри, пальчиками на троечку. Андрей, на троечку нажми вот так вот пальчиками. Бум-бум-бум, стреляем. А потом вот так вот просто летим сразу, смотри. Вместе с мячом, но. Пацаны, ну что-то как-то в сухую вообще не почувствовали. Вообще вас никак. Андрей, дышу катку вспомнить. Итак, по счету у нас 1-1. И сейчас будет решающая игра. А что вы просто играете подаете, да? Нормально? Вдвоем там кроватку будет. Хорошо. Андрей, Макс, возвращайся. На тебе. Да я же бил, блядь. Волевая победа. Ну что там, Андрюх, подавай. Давай. Подача – это самая ответственная часть. Друзья, вот это что такое? На тебе, Макс. Нормально, возьму. Блядь, не взял! На клык взял. Спасибо, Артём. Я просто в это время я вообще даже не на поле был. Вот так вот. Ага. Парни, Артём! Он сам отскочит. Да похуй, он сам отскочит. Он сам забился. Блин, хочется прям серию такую. Воу-воу-воу. Хорошо. Хорошо. Я минус тиммейт. Я возьму. Хорошо. О, взял. Ну я вот... Макс, делай, забивай. Сейчас мы сделаем разницу. О-о! Ага. Я бы сказал, кто делает. Андрей! Играем до конца! Нет, стоп! Бля! Артём! Играем! Да что? Там у них мячик летает сам по себе. Ладно. Опа! Найс! Да блядь, да я забыл! Я сделал, Андрюха. Сделай, смотри, как надо делать. Бульк? Да. Я просто его отбиваю в стенку, он отскакивает. Потом я делаю вот так вот. И вот он! Нее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 eee
Алиоп себе сейчас будет, подожди. Ага. Ну что там, как пацаны, а? Молодец, как у вас там? Сейчас все будет. Кстати, мне кажется, если попадать в центр, там, где троечка горит, то что-то будет, походу. А тебе? Молодцы, пацаны, я молодцы, я не понимаю, красавчики. Как эта камера ебаная. А, пиздбала, скорее всего, будет. Опа! Ну, вообще отлично. Я не понимаю эту камеру. Вы что-то делать будете вообще сегодня или нам решафл команду делать? Да я... Бля, я сейчас альф 4 прожму, это такая хуйня ебаная. Да ебать, я уже устал от тебя отскакивать. Вот, подожди, вот так вот. Ага. Вот так вот. Найс. Так, еще. Андрюха, твой сейчас будет. Бери. Прям вот так, через верх. Молодец, умничка. Возвращайся, давай. Отскочит. Ловлю. Алёп себе. И, блядь. И чё? Да, блядь. Ну! Сука! Гад! Сюда! Ну что ж, это была, получается, третья финальная игра, насколько я... Или подожди, или тут до трех побед. Вот нет, этого я не понимаю. Нет, еще. А, еще одна? Ну, по идее, то есть да. У вас есть шанс отыграть. А, нет, а, вот нет, все. А, гады. Вот, да. Вот, пацаны, мы номер один, а мы вот так вот тюк-тюк-тюк стреляем просто пальчиками. Так, ну что ж, друзья, мы решили сделать... Укол, я подаю. Мы решили поменять сторонами. Да, я подаю. Нормально, лучший. Все нормально. Я ловлю. Оп. Олег, спереди будь. Нормально, ладно, понадеемся на друга. Немножко, давай, Максим, давай. Король просто в халате идет, давай. Хорош. Хорошо. Отбил. Подожди, смотри, ловлю вот так вот. Ага, еще. Олег, давай. Охуенно я к ним полетел. На! Вот это жестко было. Повтор, смотри. Смотри, повтор, пацаны. Да, Андрей там не прилетел. Как же я грамотно. Здесь каждый раз, походу, будет включаться повторы, когда у нас вот такие спорные моменты немного. Ага. Оп. Ага. Хорош, Олег. Ага. Ловлю. Еще дальше. Давай. Лучше, Андрей. Красава. Молодчина, Андрей. Мы с Максом врезались друг друга просто и все. Нормально. Оп, подача. Отбил. Андрей, делай. Я возьму Максим. Олег, не мешай. Не мешай, я прыгаю. Макс, лови, Макс, я внизу. Хорошо, ой, баря, умничка. Год. Шифтом, чё, работал шифтом. Андрей! Ой-ой-ой. Я возьму. Что ты там взял? Сейчас, подожди. Макс! Ой-ой-ой. Нормально играем, игра продолжается. Давай. Я возьму. Ой-ой-ой. Давай, Олег. Нормально. Надо в синенькую попасть. Это будет 3 очка нам дадут. Я не на поле, Андрей, сейви. Молодец. Нет, Максим, лови! Ебать, там огненный мяч какой-то. Да, что такое? Давай! А что происходит? Я с огнем, я горю! Это тройка больше стала на бонусные баллы дали, или что? Я уебал бонусные мяч баллы. Мяч где? Ебать, он вообще в небе был. Нормально, он мяч он очень жестко отправил куда-то. Да, я вообще не понял, что это было. Я жирной ручкой своей ударил. Так, а ну отлети, давай. Я возьму. Нормально? Я на дальниках буду стараться. Хорошо, да, отлично. И чё, ещё? Так. Блин, а ничего, она нормально отчасит. О, хорош, Олег, давай, бей. Найс! Хорош. Ох, засейвили! Сосали. Поняли, кто вы? Давай, Олег, не мешай, отхожу, давай. У вас команда, название, сосали. Тихо. Давай, Олег. Нет! Ой-ой-ой. Не пошло. Нормально, мы можем считать себе позволить такие моментики. Хватит отбивать, Олег. Хватит! Найс! Нет, стоп! Хватит! Найс! Хорошо! Вы слышите эти трибуны? Вы слышите эти овации в нашу сторону! Давай, Максим, хорош! Хорошо! Да ебал, просто не давай, Макс, еще один надо забить! Да, это голевая баба! В смысле, почему я за полем был этот тайминг? Давай, Олег! Ну, началось! Олег, давай! Давай, смотри, и решающий! Хорош! Забивающий, финальный! Надо красиво закончить! Делай! Плевать! Хорош! Ничего страшного, у нас есть еще два тайма. Финальный поинт! Подожди, а почему финальный поинт? Погоди, стоп, почему так? Мы же... Нет, тебе показывает сейчас просто финальный бросок, и все. Сейчас у нас еще два тайма. Все, я понял. Давай, ходите, пацаны. Еще это за удар такой? Еще это за удар такой? Вот такой вот, понял? Что ты там? Я не достал немного, ручка не достала. Давай, Андрей, делай. Прямо на сопле ебать было. Я возьму. Ладно, нормально. Возьму вот сейчас. Не, ладно, они сейчас берут. Возьму, Максим. Да. А что ты? Да. Я не понимаю, вот так ударил. От третьего лица вот так вообще не понимаю. Да, молодцы, пацаны, красавчики, я вам лайк ставлю, смотри. Да почему? Я за полем, оно, сука, начинает без меня. Ого, блядь! На! Бля, прям последний. Вот это сейчас нормально было. Давай, Андрей, делай. Давай, хорош.
И, игра, и... Давай, Олег! Я там все ебал. Ну че вы там, а? Да я не понимаю, как на ютубе ловить этот мяч. Гады, это реально сложно. Ну это вот, я так же говорил. Ну че там попал? Блядь, Андрей! Пожалуйста, мне! Ебать, дебил! Извини, пожалуйста! Ебать, я сейчас говна сделал! Тупой. Да блядь! Поймай, поймай, поймай! Да не, да не, да не, да не, да не, да ебать, как же мне бесится границы поля ебаного. Ой-ой-ой-ой, разыгровочка пошла, какая, не на шуточку. Давай, Олег, бей, 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 бей. Ой, Максим упал со столика, лови. Ой-ой-ой, Максимушка, Максимушка, давай. Гад, вернулся из-под поля. Вот это красиво сейчас было. Подстова. Хорошо. Nice. Да, блядь, ну круг показывает, что он сюда летит, ну какого хрена? Ну, пацаны, что-то как-то прям слабенько, реально. Ну, реально. Что-то прям вообще как-то, ну реально слабовато. Итак, дамы и господа, еще одна игра. И вместо мяча у нас черная дыра. Боже, Артем, мы проиграли. Хорош, это Андрюха. Вообще жесть. Хорош. Черная дыра. Да в смысле, блядь, на карте, блядь, помогите. Андрюх, реально красава. А что, никак не вернуться, типа, или что, подожди? Нет, я под карте, все, мне не залезть. Подожди. Вот это я что сделал? Что за дерьмо вот? Ну просто. Я не знаю, а я что-то переключил на вот, эту карту. Вот, ты, Макса, вот он сейчас. Ты, он нет, ты убрал, видимо, свет какой-то дополнительный. Гравитацию. Куда? Нет, гравитация. Или подожди. Вот я что делаю? Я не знаю, что я делаю, но я что-то переключаю. Короче, играем нормально. Давай, Артём, ну ё-моё. Ну давай, Андрюха, бей. Я словил кухню. Хорош. Отбил. Ага, ага. И чё, и чё? И чё? И чё, пацаны? Долго за мячом бегать отбил, будем? Бегал, отбил, поймал, бежал. Я поймаю, поймал, есть. Хорошо. Так, камера слишком... Тихо-тихо. И сейчас... На! Тупой, блядь, Артём. Ну, пацаны, ну я не знаю. Ну что за бред? Проблема, игра проблема. Игра говна максимального. То есть проблема не в тебе. Артём, то есть проблема не в тебе, я правильно понимаю? Да, я проблемный, игра говно. Да здесь мяч блядский, непонятно, куда он летит. А он реально вышел? Ты тупой или чё? Да ебал я эту игру, говна. Да ты офигел, нормальная игра. Тихо, тихо, тихо. Кстати, бот лучше играет. Ну да, ну ладно, Макс, играй дальше с ботом, у тебя больше шанс. Да не, сейчас выйду нахуй тоже. Ну ты реально, ты смотри, как бот играет. Тихо. Чё, бот, бот лучше. Куда у нас бот откуда? Было. У нас бот откуда появился? А, мы на сердце. У вас, у них, а ураган, ты нахуй за них зашел? Я не... А, я за них... Вы охуели, в плане бот появился, вы чё, охуели, гады? Бля, Сосать, я вас ебу, блядь, втроём. Давай, нормально, Макс, давай, играем, давай, давай, сбивать, сбегай, сбивай, 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 я не понимаю, нас Макс, трое, я до сих пор вы с тобой, Макс, алло, не вы переживай, можете, Макс, алло, Макс, я их сбиваю, и я вот сбиваю, так. Все, давай, Боже, легенда, пиздец. Наша вы команда должна дебилы, выиграть, или что, я понять не могу, я переметнулся, но это ради благого блага, нормально, 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 там реально бот отыгрывают уже, чем Артём в три раза просто, факт, факт. Не, я офигею, если мы проиграем, пацаны. Вы что, гоните, что ли? Нас трое, там двое. Мы проигрываем. Так, куда в смысле? Меня, моя блядь, команда скинул, с Максом выигрывается. Да я вас наказываю вообще как нехуй. Жить, 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 жить. Давай, один балл еще и спокойно, вин. Боже, я сбиваю, о, боже, молодец, боже, халява. Боже, нас просто меня, только что один. Выиграл чел с батом. Я не понимаю. Ой-ой-ой, куда... почему попало? Так, ты меня печешь. Я сейчас все сделаю. Во-первых, вот так вот. Во-вторых, вот так вот. Все, я зашел за команду победителей. Нет, нечестно. Да, 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 да. Я, сука, так потел, чтобы ты выиграл. Пошел ты нахрен. Как поменять команду? Пацаны, давайте там Олег один. За ураган назад. Давай, один против троих. Давай, сразу. Ванс? А что, А чё не забилось-то? Иди отсюда, иди в ту команду, я тебе да говорю. Да тисы, тисы. Иди в ту команду, я вас да один Василёчек, буду выигрывать. Ты проиграешь. Нее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 ee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 e
один против троих, готовы? Профессионалы там заделался. Смотри, мячик полетел. И все, вот. Олег, сейчас покажешь свой профессионализм по сосанию. Лицом. Не, Олег, сейчас подачи не отобьешь. Давай, Макс, делай. Давай. Vamos, vamos, Олег. Ой, Олег, а что такое, Олег? Ладно, я понял, подожди. 1 в 3 выиграю, 1 в 3. Ой, Олег, сейчас выиграю. Тихо. Ебать, я к нему на поле хотел перебежать. Как же Олег потеет. Ой, блин, Олег, а что случилось? Куда я чего так летаю? Ретация, вернись назад. Спею. Где мяч? Это мяч, подстава кончена, он летает специально так долго. Но это радиация, мы включили. Радиацию?
Ну чё вы ботики, а чё вы ботики? Да это твой маг, подачи, это реально, это последний был твой гол. Я не знаю, с какого момента у меня сломалась запись, ребят, но игра продолжается. Счет 12-12, было очень много веселого, надеюсь, это все попадет в ролик, потому что иначе будет очень грустно. В ротик. Итак, финальную точку жирную ставим и... Э, ты за что так с Максом охренел? Смотри, сейчас, все, смотри, сейчас будет гол. Да. Мужики, легкая победа, красавцы! Геймпоинт! А погоди, это не все. Это не все почему-то. А походу же разница в очках. Да, разница. Делаем разницу, пацаны. Хорошо, молодец, Андрюха. Все, мы выиграли, парни. Мы это сделали. Мы затащили эту игру. Вы понимаете, что вы такие ботики просто. Да, я играл, я мало того, что играл большую часть этой игры один против троих. Только, наверное, это никто не увидит, потому что запись крашнулась. Ну, короче, друзья, вот так мы сегодня сыграли вот в такой интересный волейбол. Вот, видели, Валя? Если вам понравилась эта игра, то пишите в комментариях. Мы сделаем еще одну серию, но сделаем уже 3-3. Ну, все зависит от вас. Сам себе букс, далее кофе, Андрей, Индифа, Артем, Ураган, Максим, Фрерсин. До скорой встречи, всем пока-пока. Пока!